Подожди. Не нужно так высоко. Надо вровень со спинкой. Асуэлу всего 23. Он рассуждает как мальчишка, но, надеюсь, сделает меня счастливой и будет хорошим отцом моему сыну. Пусть папа тебя переоденет. Сменим костюмчик. В Самоа только матери ухаживают за детьми. Мне было очень непривычно менять подгузник в первое же утро. Малыш без конца хныкал. Надеюсь, в следующие несколько дней он перестанет капризничать и подарит мне милую улыбку.